остановка Чехова на улице Красноармейской. Я показывал этот перекресток раньше, о том, что здесь нет пешеходного перехода, и что люди целый день бегают к остановке и от остановки через 6 полос движения. Причем я показывал это и днем, я это показывал и в темное время суток. Я показывал, как это опасно. И в 2018 году даже была инициатива на сайте «Активный ростовчанин», которая не набрала 500 голосов, но как бы там было много за переносные остановки на университетский. Потом я сам лично в 2018 году писал в администрацию, чтобы они эту остановку перенесли на университетский. И ответом было от департамента транспорта, что типа вот рекомендуется, чтобы между остановками было от 300 до 400 метров, поэтому здесь как бы остановку делать хорошо, потому что расстояние приблизительно, а если перенести на университетский, то будет больше, чем 500, больше, чем 400 метров. Вот, собственно, такой был ответ. Но вы видите, как люди ходят, и это не один раз происходит за день, это происходит каждый день, постоянно, и люди все равно обращаются, люди жалуются. И вот недавно, совсем недавно, депутат Кузьмин, который от этого округа, от Кировского, все-таки написал, что ему администрация пообещала эту остановку перенести. Но это будет в декабре 2022 года. То есть, представляете, то есть люди обращаются, жалуются, пишут. А потом им, ну, собственно, элементарно, ну, перенесите тут недалеко совсем, вот туда, до следующего перекрестка. Это не делают. Ну, ссылки на мои предыдущие ролики будут в описании, потому что, вы их найдете, вы просто посмотрите, как это выглядит. Ну, и сейчас то же самое.